пойдем с тобой в кинотеатр, а затем ты испытаешь приступ эпилепсии. И затем мы пойдем к тебе домой после бездарного отечественного кино. Там будет твоя мама или бабушка, или опекун. Ты будешь показывать свои грамоты, достижения. Мы будем заниматься любовью с квадратом Малевича. Все равно это. Квадрат Малевича, квадрат Малевича, квадрат Малевича. Мы раскопаем Малевича и будем заниматься с ним тем же самым. С тобой вдвоем, чтобы у тебя не случилось эпилептического припадка вновь и вновь. Малевич ожил. Малевич ожил и пошел домой. Мы идем по кладбищу, закопай меня в его могиле. Там есть дерево, займись с ним любовью, займись с деревом любовью. Раскопай меня, когда я дам плоды. Смесь разных насекомых, тараканов, пауков, скорпионов. И мы пойдем в этот город. М-16, полуавтоматический карабин, полный багажник. Серые тротуары, серые дома, серое небо. Мы в шоу Трумана с тобой раньше никогда не были. Пора нам умирать, но я ни к чему не призываю. Собрались на девятиэтажку, на самую крышу. Сел в танк Второй мировой войны. По улицам разъезжать удобно. Запах
пороха. Запах пороха приятен. Приятен мне. Он так приятен мне. Мы остановим уныние этих людей, эту серость. Дождь идет за окном нашего танка. Вылезь наружу с зонтом, постреляй вокруг ЗМ-16. Полицейские бегут в страхе. Раньше они были крутыми. Так грустно. Так грустно. Так грустно. Очень грустно. Город свозят ядерные отходы со всей Европы, и это нормально. Это нормально. Так же, как дерево, так же, как любовь с квадратом Малевича. И затем... Ты знаешь, что произойдет затем. Так же бессмысленно, как серые дома. Серые панельные дома. Серые хрущевки. Серые тротуары. Бессмысленно. Вверх по лестнице. Там ничего нет, наверху лишь лестницы, бесконечно вверх. Оставь меня, иди наверх. Я пришел. Николаевичу Мышкину в их высший свет. И я расстрелял их всех из полуавтоматического карабина. Взял деньги с камина, которые они жгли, но тебя я оставил в живых. И еще кое-кого. На самом деле я никого не стрелял. Просто взял деньги. И сказал, кто хочет, чтобы я в него выстрелил из
полуавтоматического карабина. Ваша жизнь ничего не стоит. Моя. Антидепрессанты, нейролептики, тиромиджи, монополии, их заводы вновь отстроят, их хозяева живут на другой планете. Управляют дистанционно. На другой планете живет правительство, на другой планете живут хозяева. Валента Фарм. Валента Фарм. Простых людей отстроят новый завод. Валентафарм, Валентафарм, Валентафарм. Они спустятся к нам на землю на своем корабле, запустят представителя, что наладит связь между их планетой и их заводом. Он ни в чем не виноват. Он ни в чем не виноват. Он просто работает на Валента Фарм. Просто работает на корпорации. Я взбираюсь в их корабль, держа его под прицелом. Взлетаем в космос и на их планете все так прекрасно, все так красиво, что мне даже хочется там жить 100 лет. Раз, два, три. Стреляю из винтовки. Раз, два, три. Перезаряжаются патроны. Уничтожены управители Валента Фарм до единого. Жаль, что мне не пожить на этой прекрасной земле.